Всем привет, с вами снова Лиса и Юрик, и это канал We Love Play. Сегодня мы продолжаем проходить игру под названием Вирджиния, и давайте посмотрим, как будет разворачиваться сюжетная линия дальше. Итак, суббота, последний день. Пожалуй, это будет финал. Этот видос заключительный. Чем же закончится вся эта история? Чего я так плохо поступил? По всей видимости, он недоволен нашей работой. Черт возьми. Да идем мы, идем. Куда в такую рань-то звонить? Наяривать в дверь. Мы же вроде платили за квартиру, да? Да, все счета оплачены. Опа. Вот это поворот. Они дали новую квартиру? Да нас же посадили за решетку. А, ну, новую комнату. Привет, подруга. Ты тоже тут? Слушай, мы вроде стараемся, работаем, а нас не любят. И спустя года мы уставились в стену. По всей видимости, мы все сидим и думаем, как же нам поступить. Устроим план побега? Пожрать что принеси. Ну, так бы и сразу. Так, мы идем к директору. Слушай, сейчас будем с тобой разбираться. Нифига себе, у него тут покерный стол. Вы кто такие? Я вас не звал. Это же наши коллеги с работы. Втираемся в доверие. Чипсы. Так, ну и где найти мой стол? Что, голова болит?
кажется, происходит действие в игре. Кажется, все понятно. Она, видишь, она их сдает все. Она выбирает карьеру. Втирается к нему доверие. Но ей вот этот чувак, босс, дает диван. Уличить в чем-то агент. Она втирает его доверие и их выгоняет с работы. И она продвигается вверх по карьерной лестнице. Я лучшая. Но она уже сидит на каких-то таблетках. Может быть, это какие-нибудь антидепрессанты. И все это ради карьеры. Остался один. Вот этот вот. О, да мы сами стали боссом. Поздравляю, ты моя новая секретарша. Нет, это так же, как в начале, помнишь? Мы пожимали руку боссу, а теперь мы сами боссы и пожимаем руку ей. И даем ей снова дело. Нарыть информацию о своем напарнике. А, нам хоть лет еще не под 60 где-нибудь. Теперь мы курить начали. И тут должен быть дисклеймер. Курение опасно для жизни. Это кабинет Гальперин. Делает. Мне кажется, ее там это штырит. Какое-то может быть вещество. Красивая.
Ты боишься? Нет, но мне любопытно, что же там. Что же там будет? Если мы дойдем вообще до конца. В этой пещере есть конец? Конечно, есть. Видишь же, там свет горит. Это как бы намек на конец. А там справа в ящике нету ничего. Вот это нас штырит по полной. Есть пустой ящик. Нет. Проще скажем, что разбирайтесь сами, что тут происходит. По всей видимости, так и будет. И тут этот бизон. Что за секта? Смотри, это же вот этим босс там наш. Это жертвенный бизон. Они приносят его в жертву. Гад, клеить нифига не умеешь. Эй, ну не надо так нервничать. Так легко довести человека. Прямо как тебя. Опа-на. Но мы не знали, что у тебя есть. Что? У нас еще не было. А, мы уже с разных играем. Ну ты какой пусенька. Вы ничего не видели, да? Я пойду.
Это что, яйца? Желтые? С горошком зеленым? Может быть, это картошка. А, ну может быть, да. Картошка, горошек. Помидорка. Томат. А вот это что такое? Грибы. А это бекон. Чья-то, mm-hmm. Или чья-то подошва. Это вот то, что было, да? Mm-hmm. Сейчас он что-то с ним сделает. Это кто? Наш отец? Или нет? Непонятно, кто это? Первый раз видел. Подожди, стой, подожди, назад. А какая фотография там стоит? Вот, да. Это как бы я рядом, и он рядом. Угу. Ну, может быть, типа батя. Батя, ты чё в натуре? Не умирай. Чё, не хотел? Подозрительный не шнурок. Дёрнуть это не хочешь. Никогда не узнаем, что там такое. Может, новые ботинки? Коробка как-то прям готовые ботинки.
Я так понимаю, смысл в том, что мы потеряли себя, потеряли свою личность. Видишь, там нам показывали ее маску, ее лицо разбитое. В погоне за карьерой. А Бизон — это напарница ее, что мы принесли ее в жертву. И выбрали карьеру. Птичка вроде как символизирует того пропавшего пацана, которого мы должны были найти. Не люблю такие загадки. Ну хорошо, что есть ты. Стой, места есть. Наконец-то, подруга, мы сюжетец накрученный. Может быть, нам показали несколько вариантов развития событий? Она, когда сидела, прокручивала все это у себя в голове. И как вариант это могло закончиться, ну, как показали, она становится боссом. Или как-то вот так мы сжигаем какие-то улики, какую-то коробку. Мы не сдаем напарницу. И пацан жив. Думаем, что так. Много вариантов разных. Поэтому... А если у кого-то есть свои какие-то мысли по этому поводу, по поводу сюжета, пишите об этом в комментариях. Да, напишите, как вам игра и что вы об этом думаете. Будем рады почитать и пообсуждать. Спасибо всем, кто был, посмотрел. Всем пока. И не забывайте подписываться. С вами был канал Wheel of Play. И Лиса и Юрик. Пока-пока.